Привет, сегодня хочу показать видео о моем личном дневнике. Личный дневник у меня выглядит так. Это у меня героиня из мультика Винкс. Открываем, и он не был моим дневником, вот начало, конец. Он не был моим дневником, и тут написано, тут рисунки первое время будут. Так, вот рисунки пролистала. Запись, такие наклеечки, тоже рисунки, запись, 20 число, 21 число. Запись того же дня, тоже того же дня. Разные тут рисуночки. Вот, дневниковая запись тоже. С 23 за 25, это новогодний мой подарок. Это наклейка из мультика «Холодное сердце принцесса Анна». Расписание на 8 июня. Тут расписание на 27 число. Это пятница. Перед началом летних каникул. Следующая создала два профиля. Вот, вот это вы узнаете скоро, что это такое. Следующая это вот такая вот картиночка. Вот так я пишу цифры, вот так. И это настроение. Прекрасного никогда не было, только вот такие вот. Это секрет. Вот такая штука. Бутылочка My Bottle, подделка. Smith Cat Shop. Следующее это Мир Фокус, типа такой фокус. ВК, Одноклассники, контакт тоже. Это игра Майнкрафт, за 17-е, это про школу, и тут мне купили кулон с Smith Cat Shop. Это 250 рублей, тут мой кулончик, вот этот вот. Это я маленькая, это просто такая из кошельки. Тоже дневниковая запись, ужасный день, у меня там телефон сломался. За 18-е. Мои друзья. Это я рисовала Мейбл в мультика Gravity Falls 1. Тут эта запись. Мейбл 2 и Мейбл 3. Какая Мейбл больше нравится мне? Никакая, потому что они все с маячками. Ставь лайк, пальчик вверх. А дальше такая вот я сама придумала ночь. День. И сердце, которое, не долж... которое должно быть. И сердце, которое не должно быть. Далее скрепила странички, которые личные. Тут у меня стих из мультика Gravity Falls. Тут скрепочка и тут запись личная. Но вот это вот личное, вот это вот не личное. Дальше тут у нас 22.10.16 год. Тут это я не получилось. Это я замазала лаком еще. Потом друзья, такая вот заметку. И 6 причин быть котом. Можете прочитать, это такой милый код. Дальше это 25 число. Это типа iPhone у меня. Нет, у меня iPhone, короче, он сломался. За 8. За 9. 10 тоже. Я так. Тут такая вот жвачка со вкусом мяты. А тут Juicy Fruit со вкусом фруктов. Потом тут наклейка. Из холодного сердца газировка, карамель, вкус колы. И тут еще такая вот штука была. Франц. И тут конверт. Тут там билетик. Там разные у меня от кислинки. Тут вишня, карамель, вишня, две вишни, ананас. Потом белье детское. Там входила пижама. Пижама, точнее, на белье. Билетик на кино. И также тут две вроде, да, а нет, да, две газировки со вкусом колы. И тут газировка со вкусом Lime and Fresh, то есть это, например, со вкусом Coca-Cola, а это со вкусом Sprite, что ли, наверное, Sprite. Поскольку у меня газировка тут отвалилась, я ее положила в этот, в конвертик. Значит, такой конвертик, там ничего не лежит. Значит, это шоколад Кампингольд. Тут у меня со вкусом клубника йогурт. А тут мороженое с банан, клубника и банан, клубника и киви. А также тут шоколадка миндаль кокос, белый шоколад. И фундук.
13, 11. Так, у нас 11. Так, я не помню. Вот. Вот, и вот такое оформление теперь у меня было. Пожалуйста, не читайте, пожалуйста. Для этого типа подписчика, ну там, может, давно создала. Тут типа разные вот, вот, например. Прекрасно. Просто такой смайлик. Там разные звездочки лежат. Тут молодец. Снеговичок тут. Отлично. И куча всего. Следующее это от панзиатская кухня. Разные тут суши и так далее. Такая вот наклеечка на телефон был. Следующее тут такой конвертик. Тут у меня лежит разный от этой. Тут со вкусом мини-карамелек. Они 50 рублей стоили. Ой, 50 копеек стоили. Со вкусом граната. Тут разные лежат, куча моих фантиков этих от этих. Вот сколько. Далее грейпфрут, арбузик и лайм у меня еще был. Там у меня лайм только один. Почему-то. А грейпфрут самый невкусный. Вкусный, а вот лайм. Короче, вот эти фантики. На первом месте арбуз, на втором месте лайм, на третьем месте это грейпфрут, а на четвертом это гранат. Вот так. И вот гранат,